Привет, девчонки, как дела? Так, меня там уже попросили похрустеть мокрым. Белая гора, мокрая белая гора, да? В общем, набрала я в тарелочку водички. Положим туда. Звуки рая для милоежек. Столько воды налила, сейчас как разолью. Вот. Работает у меня калорифер, так что не обращайте внимания. И еще я абсолютно без макияжа. А то, что многие возмущаются. Решила не краситься. Думаю, ладно, снимем для нелюбящих макияж-то. Вот. Wet Mountain. Так, Чилера Мирабалар. Шене Су. Ну, и Чинако Йорун. Яне Хиндистанден такипчиларым öyle istiyor. Rica etti. Onu yapıyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Девчоночки, милые мои, есть подписчики, которые возмущаются, что я разговариваю на турецком языке. Ну, наверное, нельзя так делать все-таки. Я же для всех снимаю видео, не только для русскоязычных. Хотя сама я русскоязычная, да. Но так как живу здесь, они тоже просят, чтобы я разговаривала на их языке. Они мне пишут, даже говорят, мы ничего не понимаем, когда ты что-то говоришь, тебе что-то трудно сказать на турецком, зная турецкий язык. Просто вот такие есть сообщения, там пишут мне. Вот, комментарии. Поэтому поймите меня правильно, пожалуйста, не судите строго. Вот. Так, children, this is happening, the chicks here. Ну что, покушаем мокрый, наверное, мелочек, да? Интересно. Если честно, я вот вообще никогда не ела мокрый мел. Еще и как-то просили вот меня, я поела, помните, наверное, да? Это было, конечно, жесть. Ну вот, белую гору сейчас попробую. Первый раз, честно, мокрый мел я не ела. Вот тут даже какие-то штучки. Я не любитель мокрого мела, это по просьбе. У нас поменялся вкус, и запах вкусненький.
извиняюсь, был такой шум. У меня здесь ремонтные работы. Летом же у них времени не было. Отдыхали. Вот сейчас начали. Шумят целый день. Жевать комфортно. С жуками. Он вообще не уходит.
Ну и кусочек сухого, да, подгрызем. Попросили. Рисмангуля, передаю привет твоим племянникам. Амине большой привет, Риане большой привет и Халинурке большой привет Турдиевым. Привет из Турции. Берегите себя, чтобы у вас всегда все было хорошо. Будьте послушными, умницами, умниками. Ну все, спасибо, мои дорогие, за просмотр. Я вас люблю, ценю, уважаю, кто со мной. Если честно, вот отечность у меня есть точно. Там кто-то мне писал, вы оттекаете. Да. Я заметила, что стала отекать. Жидкости много пью и как-то вот так. Вот. Teşekkür ederim takipçilerim. Şu an ben selam söyledim. Burada istedi biri bize selam söyle diye. Onu söyledim. Islak tebeşiriydim. Biraz dağ adı. Tadı güzel. Спасибо, целую вам. Все, пиру. До свидания.